кругом звенят жаворонки, это, как правило, в летний день, и все буквально в цветах и в цвету. И ты просто понимаешь, что, наверное, есть рай, то он выглядит примерно так. Вначале всего была идея. Идея сделать природу Самарской Луки ближе к человеку активному, чтобы наслаждаться ею, отдыхать безопасно, при этом не нарушая первозданной красоты. Так на свет появился проект «Путь реки». Энтузиасты из Самары и Тольятти отправились в исследовательские экспедиции, главная цель которых – обустроить пеший маршрут там, где по нашей области протекает Волга. Поставить метки, по которым туристы без труда смогут ориентироваться на местности и найти самые интересные достопримечательности. Пусть даже отдаленных маленьких сел и видовые точки. Точка отсчета, ну, это именно идея о том, что такие вещи уже широко известные и в России, и в мире, а у нас почему-то нету. И сразу стало понятно, что надо делать. Раз никто не сделал, значит, мы сделаем. Проект до сих пор идет. То есть он не завершен, он в активной фазе, можно сказать. Мы же работаем как бы и летом, и зимой. Зимой теоретически, летом практически. Готов сейчас для туристов уже обустроенный участок от Рождественного до Ширяева. У нас очень большая вовлеченность волонтеров. Каждый может себя в этом попробовать. И этим-то нам... И, во-первых, этим здорово, что тропа как бы такая считается народная, да, и мы... В проекте встречаем просто потрясающих людей, которые приходят вот на эту идею, и мы как бы уже перестаем быть спеть какими-то центрами этого всего, уже это все расползается в такую приятную горизонталь в сообществе, где каждый уже проявляется более ярко, чем просто вот волонтер. Все два года, пока существует проект «Путь реки», создавался и одноименный документальный фильм «Путешествие». Получилась яркая и глубокая история, конечно, о любви. В течение всего этого времени съемочная команда общалась с самыми разными людьми. Учеными и краеведами, местными жителями и лесниками, со священником, предпринимателем, сотрудниками нацпарка и волонтерами. И каждая такая история показывает невероятные грани и возможности человека, влюбленного в природу. Делились своим отношением и к жизни в целом, и к Самарской Луке в частности. Рассказывали о том, как они попали в это место, то есть родились, либо приехали целенаправленно сюда, и за что они любят это место. Дедлайны были очень жесткие, я сам их выставлял, но я не осознавал вначале, что меня ждет, поэтому, ну, есть как есть, и все делали до последнего момента, титры доделывали час назад. Вот, поэтому объем огромный, часов, не знаю, трудно сказать, 30-40 часов съемки. А в полевых условиях было настоящее приключение, огромное приключение для моей жизни. Это вот лето, я запомню, наверное, навсегда. Документальный фильм «Путь реки» создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Но если вам тоже интересно пройтись по тестовому участку пешей тропы или принять участие в ее обустройстве, подробную информацию можно найти в паблике проекта ВКонтакте. Екатерина Кузина, Владимир Терентьев, Новости Губернии.